Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего тезки Евгения, который был победителем прошлой еженедельки, позапрошлой. Прошлой и позапрошлой, какая разница. Играет он на русском сервере, и у него есть уже, как видите, огник. Мы с ним договорились еще давно про вот этот вот набор. И мы его сегодня заберем, и, конечно же, постараемся словить мега-мега-мега имбу. Так, окей, поехали. Сейчас посмотрим аккаунт. Сегодня плюс есть еще дополнительное накопление, которое тоже, в принципе, довольно-таки неплохое. Так, отлично. Накопление. Забрать, забрать, забрать. Что у него там по местам? В принципе, должно все влезть. Можно продать. Что не надо, сейчас пооткрываем. Давайте сделаем увеличение. В общем, поехали получить все. Бум. Вот такие вот плюшечки. Посмотрим сейчас, что мы сможем вытащить на парящем острове. Пооткрываем все, что у нас есть. Возможно, соберем немножко дуэлянта на русском сервере. Но это основное. Основное, конечно, для него будет это зефир, которого, наверное, большинство хочет выловить. Без доната некоторые уже нормально накопили. Что там у него получается? Ну, ничего себе, ничего себе. Так, вход есть. Так. Окей. Забрали еще дополнительные плюхи. А, какие-то плюшки поприходили. Поехали на коллекционера. Мы потом зайдем, посмотрим, что у него вообще творится на аккаунте по героях. Розы нету, фобы нету. Королевы, командоры, рибета, землеройки. О, махатмы. Тут есть даже что ролить. Бугимена. В общем, поехали. Поехали, попробуем заролить. 13к у нас есть, счастливое число. Поехали. Сегодня, кстати, реально очень хреново падает. Так, слоты, душегуб. Ну, интересно, мы выбьем хоть одну недостающую? Смерть, кинди, хранитель. Хранитель. Атлант. Просто мега, ребят. Ну вот я не знаю, сегодня РТшка. Короче, мы слили все самые. И нифига вообще толком не выбили. А это все фигня. Самое основное сейчас будет. Так, ну хоть здесь получили. Вот это радует. Три. Просто пипец. IG, конечно, шансы похерила полностью. Так, что у нас еще есть? Остров, коллекционер мы сделали, трать с выгодой. Собрать, собрать, собрать. Поехали. Еще дополнительные плюхи. Так, ну вот это вот неплохая тема. Воодушка, восьмая, супер. Раскол один и бравлера. Еще одно, в принципе, можно скрафтить. Ну, неплохой подгончик. Поехали, открываем. Так, нет у нас места. Давайте пооткрываем лишние все плюхи, которые нафиг не нужны. Кстати, надо вот эти вот сундучки собирать. Осколками реально можно дофига всего вытащить. Бум, 40 осколков АСЭ. Так, тут, конечно, можно собрать землеройка. Ну, 45 всего лишь. Поехали, пооткрываем эти. 15, 10. О, неплохо. Неплохо, неплохо. Хорошенько мы коробочек вытащили. Так, пак ТСУ, отлично. То, что надо. Поехали, посмотрим, где он там, в какой он гильдии находится. Гильдия наша 2%. Босс 18.0, кидайте заявки, вступайте. Есть 7 мест. Так, окей.
Поехали посмотрим на героев. Что у него тут по героям есть? СО, СО. Ну, тут, в принципе, по талантам. Тыковка хорош. По талантам нормас. Ну, есть кому паролить таланты. Ремок вообще. Смотрите, сколько ремок. ПДшка. Ну, ПДшку тут надо будет убирать. СО ставить. Сюда можно тоже либо огненку, либо СО. Ну, 100 коробок у него есть. Так, что у нас там еще есть интересного? Скины, скины, скины. Королева Ос. Вот у него 73 осколка. Стиль зданий. Нифига, понятно. Все понятно. Так, герои. Наролили мы супер, поехали. Самое интересное это у нас попробовать собрать самых интересных героев. Так, остров. Бум! 10 сразу же падает. Нифига себе, дуэлянт с первой тычки. Неплохо было бы, что он падал все время. Так, зефир плюс 5. Поехали дальше. Плюс один. Сундучки опять. Видите, все-таки сундучки улучшили. Очень много-много падает их. Так, ну было сколько у нас там? 73 осколка. Плюс один. Это, конечно, не АС-сервер. Еще плюс один. Да. Еще дуэлянта. В принципе, неплохо. Уже 20 есть. Опять, смотрите, опять сундуки. Но это топовые сундуки, поэтому это тоже кайфовая тема. Еще один. Нифига себе. Вот это русский сервер дает жару. Так, один осколок зефира. Плюс 5, плюс 2. Итого сколько у нас? 105. Неплохо. Так, рандомчик, давай, просыпайся. Плюс еще сундуки, плюс еще дуэлянт, нифига себе. Вот это нормально. Считайте 200, мы собрали четверть. 800 осколков. Нифига себе, рунка. У него 24, кстати. Может нормально уже себе прокачать две десятки. Бум. Еще один. Ну, вот так вот 117, было 70, там 3, ну 40 штук там в среднем мы собрали. В принципе, довольно-таки неплохо. Забираем отсюда плюхи. Плюс 120 сундуков. И нормально так кгшек нам еще насыпало. Смотрите, сколько. 440 кгшек. Плюс слизни у него есть. Поехали, пооткрываем еще все остальное. Так, сумочки 5 на зефира, 30 на стрелка. Сейчас посмотрим. Давайте пооткрываем эти сундуки. Ну, отсюда дофига самое основное. Отсюда это книги. Вот. Это самая та тема, которая надо на любом аккаунте для прокачек. Так, хорошо. 6500 книг. Неплохо. Кого-то можно одного на тридцатку даже вывести. Так, поехали дальше. Трать с выгодой. Базар. Посмотрим, что там у нас еще интересного есть. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, у нас есть две попытки. Не дает 10 крутить. Плохо. Ну, а здесь можно тоже целого дуэлянта. Нифига себе. Нормальная рулетка. Редко его запихнули, я даже не видел. Прикольненько. Так, счастливое число. Ну, поехали, посмотрим еще. Может, что-то здесь вытащим. А вдруг нам повезет? Ой, мой рекорд. Я уже, кстати, давно здесь. О, нифига себе, главный приз дуэлянт. Офигеть. Это надо, наверное. Сейчас посмотрим рейтинги.
с 10 по 11. 9, а точнее с 9, 10 по 11. 9, 8, 8. Надо 9, 9, 9. Это, конечно, Unreal. Ну, может, хоть куда-то в какой-то рейтинг попадем. Второй, четвертый. Не знаю, посмотрим. А ну давайте еще разок забежим. Императорское, счастливое число. В императорской там, я не знаю, там ничего мы не скуем. Там не хватит. Ну тоже сейчас туда забежим, посмотрим. Да, но зато расходников, конечно, нормальных мы нахватались. Хоть что-то полезное. Куча всего для прокачек. Теперь и коробок есть. Так, а есть еще один шанс у нас. Сейчас только бум-бум 9-9. Не, сегодняшний рейтинг 7. Наибольшее число. Я не понял, это что мы сделали? Нифига себе. Обалдеть, 9-4-2. Офигеть. Что там у нас получается? Второй, третий. Блин, четвертый, десятый. Карта свалена. Карта оккультиста. Второй, третий, первый, Фобос. Карта свалена. Блин, обалдеть. Так, а свален хоть им нужен? Посмотрим. Или он у него есть? Да, блин, он у него есть. Обидно. Но, в принципе, и так нормально. Такс. Что у нас тут? Карты еще остались. Ну, тут с этих карт ничего не падает. Давайте посмотрим, что у нас по расходникам получилось. А, мы еще хотели в императорскую забежать. Неплохо, неплохо. Ну, видите, шансы ковки. Там, где 78%, это у нас максимально. Нифига себе. Дуэлиант за 200к можно скрафтить. Офигеть. Жесть, ребят. Это просто пипец. Я даже этого не видел. Хорошо, что зашли, посмотрели. 200. Так, ну поехали. Подтвердить. Только надо 100%. Ковка не удалась. Это уже проверено. Так. Ну, вроде все. Поехали еще расходники посмотрим, что у нас получилось. Ну, книг 6500. У него там было немножко их. Так, что здесь? 226 коробок. Пак ТСО. Отлично. 330 коробок. Ну, для прокачки, в принципе, довольно-таки неплохо. Поехали, попробуем ему половить. А, у него здесь нету, кстати. К сожалению, нету кем ловить. У питомцев тут. Это печаль. Короче, очередной, ребятушки, облом. Ну, это разве что он будет фармить кибашку, потом дофармливать, попробовать словить супер питомцев. Где там наши супер пэта? Так, рост. Супер ПТ. Да, у него мутантов нет, но шанс на мутанта будет. Единственное, что ему придется. У него вряд ли питомцы. Да, у него там карт не было. С пэтами, конечно, печаль. Но зато, я думаю, он быстрее соберет. Зефира. Оба дуэлянта, конечно, 40 за 200. Это сильно. На русский сервер сегодня удивил. Но то, что можно и там достать его, и там. 200, это что у нас получается? Это реально пока в 6-7. Что тут у нас по рынку есть интересного? Но сегодня ничего интересного нету. Сегодня обычные наборы, накопления. То есть такого чего-то мега вау. По сути, нет. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, играйте в еженедельки. Всем удачи, всем пока.